Разговаривают три друга, и первый говорит: «Ох, вчера выходные так прошли замечательно. С любовницей ходили по магазинам, она себе трусы выбирала. Ну так, ничего, 1300 они мне обошлись». Второй говорит: «А я с женой ходил, тоже надоело мне ходить с одного магазина во второй. Но ничего так, выбрала она себе трусики-то. Ах, только скажи, они мне в 1000 баксов-то обошлись». Третий: «Моя тоже вчера трусы нашла, вроде обычные, ничего особенного. Так они мне обошлись в 300 тысяч и развод». Первый и второй: «Где она такой магазин-то нашла?» «Магазин нашла? Так у нас под кроватью валялись». Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.